каждый человек наполовину, и мои 50% тупости, это ваши все 100. Математик, каких поискать? Простите, а ваш друг, часто он вот так? Стрэндж, ты в порядке? Все хорошо. Да. И что это было? Я ускорил время, просмотрел варианты будущего, чтобы оценить все вероятные исходы конфликта. И много увидел? 14 625 000. Сколько победных? Я ни черта не вижу. Пятница, доложи обстановку. Пятница? Наташа, ты здесь? Что происходит? Где мы? Баки, это ты? Я как-то странно себя чувствую. Кажется, впереди что-то светится. Ты видишь? Старк, вы слышите? Нет, я ничего не слышу, Эскимо. У тебя что, после ледяной спячки еще глюки не прошли? Тут кто-то есть. Не выражаться. Нам нужно выяснить, что происходит. И Тор? Мы встречались с магом. Он посмотрел все исходы событий и сказал, что есть только один победный. Видимо, это он. Может, что-то пошло не по плану, и мы попали сюда? И как вы предлагаете искать нам камни бесконечности? Дайте мне подумать. Халк не добил! Халк исправит! Мой брат! Мой брат жив! Ну, чисто технически, он теперь твоя сестра. Ладно, примерно мы оценили ситуацию. В принципе, ничего, с чем нельзя было бы жить, нет. Так что теперь пойдемте искать камни бесконечности. Ведь мы здесь именно за этим. Всем привет! С вами Вижн, ведущая самого популярного шоу во всей галактике. Межгалактическая адская кухня. Мы собрали участников со всех концов галактики, чтобы они сразились за звание лучшего повара. И сегодня мы с вами будем наблюдать финал. Потому спешу представить вам неповторимого судью нашего шоу. Величайшего повара и, не побоюсь этого слова, искуснейшего ценителя половины блюд галактики Таноса! Всем добрый день. Я знаю, что каждый из вас знает меня и уважает. Помните, что я самый честный судья. Ведь половина вашего успеха будет зависеть и от меня. Также спешу напомнить, что победителю достанется фартук бесконечности. Давайте скорее позовем финалистов проекта. Встречаем неповторимых и всеми любимых мисс Старк и мисс Златовласка. Держи себя в руках, Златовласка. Не трогай Таноса. В этой вселенной он должен быть жив. Я постараюсь, Старк. Дорогие участники финала, сейчас вам предстоит выбрать 3 участников своей команды из выбывших, а также приготовить блюдо, которое удивит не только меня, но и наших зрителей. Паучок? Локи? Халк. Кэп. Эй, тройной самозванец, давай в команду. Баки.
Итак, участники определились с составом своей команды, и теперь мы переходим к следующему этапу. Итак, участники, в этом этапе вам предстоит с вашей командой приготовить ваше фирменное блюдо. У вас на это все дается 5 минут. Удачи! А пока вы заняты готовкой, то я ненадолго отлучусь. Питер, на тебе жарко котлеты до состояния медиум. Наташа и Брюс, с вас соус для бургера. Самое главное, помните, что вам нужно будет раздобыть определенный красный перец и вложить в его поиски всю свою душу. И я пока займусь салатом и луком. Медиум? Это как? Тогда мы с Брюсом пошли на поиски перца. Надеюсь, вы справитесь пока без нас. Я сказал, мы будем готовить жареную лосятину, и меня не волнует! Но тут нет лосятины, на выбор только курица и свинина. Ну почему моя сестра такая тупая? Хорошо, тогда делаем свинину в кисло-сладком соусе. Как же я хочу уйти из этого цирка. Мисс Старк, всех интересует, кто же помог вам достичь вашего величия в сковородочном бизнесе? Все легко и просто. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Опустила и взлетела. Достаточно ясный ответ. Спасибо, мисс Старк. Скажите, мисс Одинботтер, каково вам было уйти из дома вслед за вашей запутавшейся сестрой? И как в итоге вы оказались на нашем шоу, да еще и дошли до финала? Лучше скажи мне, почему на этом эпическом шоу нет какой-то жалкой лосятины? Мы здесь не в игрушки играем. Нам нужно спасти Сирену. А вы не могли предоставить всего-то навсего кусок свежей, отменной лосятины? Что ж, исчерпывающий ответ. Старк, я нашел тот самый красный перец, и теперь мы должны приготовить идеальный соус. Так, ты вернулся. А где Наташа? Мы на обратном пути очень сильно проголодались и зашли поесть острых крылышек KFC. Ну, в общем, она сейчас дома замораживает туалетную бумагу. Я тоже хочу KFC. Питер, продолжай жарить котлетки и молчи. Стивен, а как ты обращаешься к Пегги? Зайка. Что такое, солнышко? Ну и что мы стоим? Готовим, готовим! Мисс Паркер, меня, да и многие зрители интересуют момент. У вас прекрасное чувство стиля для столь юной особы. Скажите, где вы взяли такие элегантные часы? Половина из вас лишняя на этом шоу. Мисс Старк, мне нехорошо, я не хочу выбывать. Еще рано. А пока наши участники готовят, я хочу вам прорекламировать один наипрекраснейший товар. Это... В этом шоу не будет рекламы. Теперь я буду ведущим. Итак, участники, время вышло. И прошу каждого капитана команды представить свое блюдо. Начнем с вас, мисс Одинботтер. Мы с моей командой хотели приготовить одно из популярных блюд Асгарда. Но так как лосятины здесь не нашлось, решили приготовить свинину в кисло-сладком соусе с рисом. Я этот ужас даже пробовать не буду. Слушай, меня вот несколько даже забавляет эта ситуация. Я наблюдаю за тем, как Старк в теле девушки дерется с поваром Таносом за нашивки бесконечности. Да, я с тобой полностью согласен. Пойдем отсюда. Пошли. Вы не сможете отобрать мои нашивки, потому что вы слишком слабы. Вы ничто по сравнению со мной. Я сама неотвратимость. А я просто железный человек.
Эмиль, мисс. Простите. Тони? И вот добро снова победило. Теперь впереди только светлое и доброе будущее. Поэтому я предлагаю устроить маленькую вечеринку в честь этого.